сейчас погоди, посмотрим. Но это видно, сверхзвуковой самолет, это очень далеко. В интернете много видео, где люди снимали прямо с самолета. Да, 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 распрыскивают. Есть даже люди, где баллоны заправляют. Да, да. Загрязняют что-то, да? Нет, не загрязняют. Вот он летит, остается след, но он быстро исчезает. То есть погоди, мы сейчас посмотрим. Он летел там, мы сейчас посмотрим, нет. Да. Он, может быть, только начал, да, но это вот этот сверхзвуковой самолет. Да. Вообще химтрейл переводится как химическое. Это уже исчезает, все. То есть это след. Да, там уже. Да, это уже инверсионный след обычный, который в атмосфере. Потому что там. Там еще идея. Ну вот такая вот интересная штука. Не, вот там он должен быть. Там он должен закончить. О, видишь, аж светится, прикинь. Офигеть. Нет, я тебе просто говорю, аж светится, вообще классно. Не, это от солнца просто отражение. Это обычный инверсионный след такой, обычный. То есть, ну как обычный? Нифига не обычный. В нашем мире вообще нет ничего обычного. Красиво? То есть сам... И только, тихо, все, тихо, обычный, только звук доходит. Он прилетел? Там. Это не звук, это... Там. Слушайте! Это не звук, а что это такое? Это звук, да. Только звук доходит. Не там, это только звук идет. Петюньку. Но они бывают так, так летают. Вот он. Опять там исчезло, они осталось. Бывают так высоко летают, что вообще звука даже не слышно. То есть звук даже не доходит до земли. Звук доходит всегда. Просто бывает не сверхзвуковая очень скорость. Очень тихо, очень звук тихо. Всегда доходит. Но если совсем в тишине слушать, да? Он доходит всегда, он даже через перебивает. Мы сейчас услышали, это не там. Это звук просто распространяется, да, он, везде. Он отражение. Это вот представляешь, от него звук показалось, что там. Да, да. Это как бы тебе надо понимать. А, ну, это...